от чего-то там. Нет, это живое существо. Я понял, что... Просто, как я могла на циновке это увидеть? Мне кажется, вот в чем должен быть главный вопрос. Это циновка? Это наша циновка, с которой мы всегда ездим на природу. Помнишь ее? На которой мы все лежим. Конечно. Понял, нифига себе. И тут я увидела вот эту шнягу, которая ползет. Она не ползет, она как это... Встает, падает мордой, и потом подтягивает жопу, и обратно встает, падает мордой. Прикол вообще, ну, просто ты это... Херасный ноготь. Круто получилось. Это какой? Это 4S, что ли? Какие у тебя айфоны? 4S? Да. Нет, просто 4. Я не знаю. А есть немножко? Паш, 4S? Да. Ну, бля, круто снимает 4S. Херасный ноготь. Ну, это чтобы понять, какого он размера ноготь. Да, я понял. Идет. То есть там вообще какая-то дресня ползет, но круто ползет, встает, головой бьется, натягивает ноги. Что крутая штука. Нет, слушать не надо, надо кто смотреть. Там вещает, кстати? А мы слушаем урок кабалы. А, понятно. А, это кабала? Я думаю, кто-то сидит, пришел к вам и вещает. Ребята, ну в общем слушайте. Поехал. Какая крутая штука. А как ты ее перенаправил туда ползти? Светом. А, серьезно, на свет она пошла? Ага. Да. Он идет почему-то за своей тенью. Прям он вообще просто ползает. Ну, кстати, ему долго ползать тоже не стоит, он весь без воды. Он до того края стола доползет спичкой. С ним все выйдет. Смазывает поверхность, по которой передвигается. Там у меня какие-то дырки еще. Ты смотри, какая-то дырка вообще нереальная. Видишь это или нет? Ты дырку видел?